сейчас, конечно, для нас важно завершить устойчиво 2022 год, и мы уже формируем бюджет на следующий трехлетний период. Конечно же, прогноз социально-экономического развития на трехлетний период в нынешних условиях он достаточно сложный. Но, тем не менее, завершать мы этот год будем, я уверен, достаточно устойчиво, исполнением всех обязательств. Кроме того, исполнением всех направлений, в том числе включая исполнение национальных проектов, так, исполняя наши региональные проекты. В том числе достаточно серьезно у нас идет исполнение по отрасли строительства, где рост составляет почти 40% по сравнению с 2021 годом. На трехлетний период для нас важно сохранить базовые параметры бюджета – это сбалансированность и устойчивость его. Все социальные обязательства будут исполнены и также направлены на дальнейшую реализацию национальных проектов, которые реализуют, в общем-то, и национальные цели развития не только Российской Федерации, но и нашей республики. В рамках мероприятий, посвященных столетию Министерства финансов Республики Саха-Якутия, мы запустили акцию «100 добрых дел финансистами Республики». Активное участие принимают финансовые органы муниципальных образований. У нас проведены работы по субботникам. Многие финансисты помогают многодетным детям. И вот сейчас проводится массовая акция «Собери ребенка в школу». Наши финансисты Хангаласского района, Алекминского района, Мигино-Кангаласского района и других финансовых органов очень активно приняли участие. Кроме того, мы сейчас готовим еще акции, посвященные нашим пожилым ветеранам финансовых органов. В октябре будем проводить акцию, тоже, которой будем помогать нашим ветеранам.